Всем привет! Сегодня я покажу, как надеть эрго-рюкзак в положении за спиной. Некоторые детки любят так ходить, сидеть в эрго-рюкзаке, когда он как рюкзак находится за спиной. Я Леру чаще всего ношу в положении перед собой, но иногда и за спиной. Если вы не смотрели мое видео, как надеть эрго-рюкзак перед собой, то посмотрите. Чтобы носить ребенка за спиной, нужно отрегулировать рюкзак под ребенка уже подросшего. Для этого необходимо максимально расширить ткань внизу. И удлинить лямки спереди. У меня рюкзак всегда лежит в корзине от коляски, потому что у меня дочка достаточно характерная, не всегда сидит в коляске спокойно. И чаще всего наши прогулки заканчиваются тем, что мы домой приходим, когда дочь сидит в эрго-рюкзаке. Вот я его даже не прячу в чехол, чтобы можно было быстро достать и надеть. Итак, чтобы закрепить его за спиной, необходимо, как обычно, сначала закрепить его перед собой. Необходимо закрепить до громкого щелчка, чтобы когда вы нажимаете на фастек сбоку, он не расстегивался. Ослабляю левую лямку и беру ребенка. Лера, ты уже готова? Помещаю сначала спереди. Теперь беру лямку, которую я освободила. Завожу ее за спину. И надеваю как рюкзак. Вот таким образом. Ребенка смещаю на бедро. Затягиваю лямку. Аккуратно перемещаю ребенка назад за спину. При этом я наклоняюсь вперед. Надеваю вторую лямку как рюкзак. При необходимости регулирую уровень натяжения и застегиваю фастексы спереди. Теперь проверяю, чтобы все было симметрично. Если сильно пережимает пояс талии, то необходимо отрегулировать вот эти вот лямки. Возможно, здесь посильнее натянуть, и тогда нагрузка распределяется равномерно. Чтобы достать ребенка из эрго-рюкзака, необходимо открепить фастексы на груди, расслабить лямку, которую мы расслабляли сначала. Снимаем лямку вторую. Берем ребенка таким образом, перемещаем на бедро. Теперь можно снять вторую лямку и аккуратно достать ребенка. Опа! Все очень просто. У меня рюкзак фирмы Love & Carry, модель OnePlus. Ссылку на рюкзак, а также скидочные промокоды для жителей России и Украины я оставлю в описании к этому ролику. Спасибо вам большое за просмотр. Смотрите мои другие ролики про продукцию Love & Carry. Включайте колокольчик, ставьте лайк и пока!